такой похожий. Ну и в принципе это такая вот независимая типа территория. Жители освобождены от службы финской армии, говорят они по-шведски, да, но в случае проживания вне Аландских островов в течение 5 лет этот иммунитет от армии утрачен. Такая вот интересная территория, да, просто связана с Россией, да. Жилищники оставят должников без канализации. Такие меры неплательщики ощутят на себе уже сегодня. Начать жилфонд решил со Свердловского района, точнее, дома на Судостроительной 133. Задолженность красноярцев перед управляющей компанией больше 2,5 миллионов. Заснял. Все. Молодцы. Теперь она сюда не скоро достанет. Какая красота! Чудное, диво дивное. О, блин! Ебать! Сейчас еще стол. А куда он поехал-то? Да там баба за рулем. Вот как бывает.